Всем привет, дорогие друзья, с вами Михей, ну ты, наверное, знаешь. В общем-то, сегодня будет крутой ролик, потому что сегодня я буду исполнять, так сказать, свою мечту. Видос называется «Перила моей мечты». Мы приехали на перилу, которую я очень давно хотел взять, ее пробовал, я падал. Кстати, почему-то видеозаписи не осталось, как я пробовал, но и ладно. Да давайте я представлю сегодняшних наших гостей. У нас необычные гости, это Стас. Всем привет. Стас, мой кореш, да. Арина Чикенбургер, привет. Это моя лучшая подруга уже на протяжении много лет. Гости нашей программы. Это Петя и Федя. Всем вот, привет. Короче, это чуваки из Москвы, мои кореша. Быстренько расскажу, как мы познакомились. Как-то я ехал на МТЗ, Минский тракторный завод, скейт-парк. И вижу, мне приходит сообщение в ВК от какого-то чувака, без фотки. Я думал, это шпила какой-то, опять что-то сейчас будет спрашивать. Он говорит, привет, ты где, мы приехали из другого города, типа, пошли покатаемся. Я такой, ну ладно, типа, я на тракторном заводе, подъезжайтесь. Оказалось, что это вот эти мои кореша, и прикольно, мы познакомились, и они периодически ездят в Минск, я надеюсь, в скором времени, надеюсь, даже этим летом я поеду в Москву, очень надеюсь, все получится, если мы захотим. А давайте, может, я вам покажу перилу, потому что вы пришли ради этого. Перилка очень необычная, тут идут люди, давай подождем, пока пройдут люди, чтобы не мешать им. Вот сама перила. В принципе, невысокая относительно, вот, если запрыгивать тут, то она высокая вот тут, а когда запрыгиваешь там, она невысокая. Я ее хочу взять, наверное, уже на протяжении лет двух, мне страшно, но сегодня я понял, что я готов, я мужик, я спортсмен. И если я закрою свой трюк мечты, то я определенно найду себе другой мечту, трюк, благовайт. И все будет классно. Паркур, паркур, новое движение, путь самовыражения. Че, погнали? К трюкам уже пробовать, что ли, да? Я не думал, что это наступит. Сейчас мы немножко напрофиним чуть-чуть, совсем капельку, чтобы не застопориться. И погнали, let's go, fucking go. Итак, питерские, московские парни уже раздают. Давайте напрофиним немножко перилу и будем начинать скользить. Короче, там на конце есть бумажка прикольная, я надеюсь, она меня не застопорит. Давай, Петя, у нас командная работа, я натираю парафин, ты его растираешь. И все, я напрофинил, теперь let's do it, пробовать. Сейчас вы увидите красивые кадры с музыкой, let's go. Чё? Что? Ну почти с первого. Я чё-то, короче, прыгаю, очканул и чё-то думаю, я, ну пусть скольжу. Я смогу. When the truth don't work, you start telling lies. Thought you were down to ride, you weren't down to ride. Caught switching, you were picking sides. Don't blink. Я готов, засрать. Но я ее возьму. Money on the floor. Нормально, нормально. Бля, с минус смехи. Не, нормально. Сейчас. Коленку просто подвернул. Сейчас. Трава вонючая. Нет. Все, сейчас дайте я просто полежу. Да, блин, так все хорошо шло. Нормально. Я просто коленку подвернул. Ай, теперь она болит. И ноги дрожат. Говно. Сейчас, я не знаю, что у меня с коленом, но я его, короче, жестко подвернул на траве. Ну, мне кажется, лучше, что ты приземляешься в траву, а не в каком-нибудь песок просто или камни там. Да, но я просто из-за того, что трава скользкая, подвернул колено. Блин, твоя белая, кстати, эта тишка, она станет зеленой просто. Горилла Энерджи, вперед. Уже зеленый есть цвет. Короче, кто не в курсе, у меня проблемы с коленом, у меня... Озгут шлятера и еще какая-то штука. И, короче, мое колено выглядит примерно вот так. На нем есть вот такой подколенник. И он сейчас опух, и он болит. Я не знаю, смогу ли я сейчас попробовать перилу или нет еще, но очень хочу. Может, забью и такой, типа, похер, давайте сделаю. Я просто такое ощущение, будто колено очень устало, и оно очень расслаблено, и я его толком не могу напрячь. Я не знаю, что это за штука, но у меня оно, блин... Жестко, парни. Катайтесь в защите, а я не знаю. Не катайтесь на траве. Попробуй. Сейчас.
Отдача есть какая-то, вот ты сейчас подпрыгнул? Да мне просто ходить больно. Короче, я начал отходить от болевого шока, и оно начало конкретно так нормально болеть, что мне, короче, сложно ходить. Мне кажется, мы сейчас с вами просто поедем по спотам, зато у нас получились эпичные фейлы. И если людям зайдет этот ролик, то я приеду и допирую ее. Да. Ну шо, парни, я ее доберу. Я ее выиграю, и я ее уничтожу. Я хочу сказать то, что мы сейчас поедем на другие споты какие-нибудь кататься. В принципе, колено мне болит, но не так сильно, как было. Я рассказываю. У меня озгут шлятера, и я когда подвернул колено, оно, короче, жестко хрустнуло, я почувствовал. Я, получается, резко присел, и мне очень стало больно. Я уверен, что я приеду и доберу эту перилу, потому что я ее очень люблю, хоть ее и не люблю. Сам ты лох, Марк. Я ее выиграю. Я ее возьму. Я вам обещаю. Блин, больно спускаться. Ай-яй-яй. Короче, вот как эта перила выглядит отсюда. Я вот тут отпрыгнул траву и где-то тут, ну, видно, тут подскользнулся. Трава очень скользкая. После был дождь, я не знаю, когда был. Вроде ночью дождь даже был. Я просто подвернул себе ногу. И это больно, но, блин, перила очень классная. Ай, как мне теперь подняться, блин? Ладно, точка невозврата. Ребята, я хочу попросить вас поставить обязательно лайк, комментарий и колокольчик. Если вы покажете активность, то что вам реально это интересно, то я точно приеду и доберу, потому что я замотивирую сам себя. Я надеюсь, будет все круто. Ты что хочешь? Твои комментарии по поводу падения. Ну, давайте нам по лайки поставьте. И он доберет. Ты точно делаешь. Марк Цукерберг? Ты лох просто, понимаешь? Тебе просто неудачи никто не пожелал в Инстаграме, ну и получается, что ты вот и сложился. Может, потому что вы еще не подписаны на мой Инстаграм? И на мой, кстати, тоже. Да. Мне надо 1000 подписчиков хотя бы добить, пацаны. Очень надо, пожалуйста. Вот здесь будет Инстаграм, вот здесь. Не, ну раз уж на это пошло, это я могу тоже себя порекламировать. Можете тоже подписаться. Просто выговорить в Инстаграм. Обдал инсайдвейс. Я не хуже. Легост. Подписывайтесь. Да. А мы на спот какой-нибудь. Сейчас, наверное, опять будут красивые трюки. Да. Короче, идет жесткий ветер. Мы едем уже со Стасом вот так вот. Марк вот тут вот. Пацаны, вон там где-то сзади. Ну, в принципе, удобный Яндекс-драйвер до следующего спота. Вроде как мы его придумали. Ой. Фух. Самое страшное — это упасть с камерой. Но я не упаду, потому что я Михей. Все, всем пока, идет ветер. Пригнали на спот, но он на ремонте. Прикольный. Федя тоже прикольный. Тут есть что-то такое тоже прикольное, но тут нечего, пацаны сказали делать. Я сегодня на отдыхе, потому что мое колено говорит пока. А так, ну да. Надо штучки вкатить. Пошли вкатишь. Короче, Петя хочет вкатить вот отсюда. И двигаем забор. Чтобы... Федя, строитель! Чувствуешь себя строитель? Отпусти. Отпусти. Да не упадет. Давай, снова сломка. Страшно? Давай, ниндзя, тут. Не будешь? Да он научился. Давай быстрый скутер-чек. Самокат московский. Все, спасибо. Пораньше походу.
я упал. Зачем? Потому что ветки. Все. Есть что сказать? Да, поехали на другой спот. Поехали. Ну, собственно, вот у нас мой великолепный телефончик, это iPhone 6s. Расскажи, что произошло. Ну, что, хочется поблагодарить, естественно, кто вот у нас в Минске, не знаю, какая служба укладывает асфальт так великолепно. Ну, я ж нифига у нас не скутерист, не самокатер. Я просто ехал себе спокойненько такой, солнышко, лето, все классно, прекрасно, и еду такой. А там, собственно, один слой асфальта выше, точнее, ниже, а другой выше. Ну, что могло произойти? Естественно, колесо, я вперед, да, телефон в кармане лежал. Я сразу даже почему-то не подумал за телефоном полезть, проверить его, я сам почистился, там, ну, коленку, да, я сам не сильно побился, типа, все нормально в целом со мной. Вот, а потом спустя, не знаю, минут 10, наверное, я еду такой, блин, там сообщение типа пришло, такое, достаю, а там вот такая паутина великолепная. А ну, до этого он был? А до этого он был в идеальном состоянии, ничего вообще разбито не было. Ну, типа, все было четко, классно, великолепно. Он у меня дома сколько раз на плитку падал, и, типа, все было хорошо. А вот дай одно совет падение. Людям. Убирайте телефон, не знаю, когда, если не умеете, как, короче, как я, кататься нормально, рюкзак, типа там, рюкзак, лучше в рюкзак, все. Либо там вообще отдавайте его кого-нибудь, кому-нибудь, потому что вот, пожалуйста, будет такое, ну вот, надо теперь, задонатьте на новый телефон, плиз, или хотя бы на замену экрана, я буду вам очень благодарен. Ссылка в описании. Да, там где-то будет. Стыдно, конечно, просить, но если вдруг хотите, реально ссылка в описании. Попытка номер два. Я в Москве живу. В Москве живешь? Да. О, красава. Чувак, тебе так повезло. Все московские везучие обычно. Чувак, ты цепанул. Бог любит троицу. А я люблю тебя. Я тоже. Самокатер не гей. Подожду еще что-то. Рассказывай. Мне до пизды уже. Мы приехали на этот спот. Сейчас, может быть, мы что-нибудь тут сделаем. У меня болит очень опа. Мне и колено. Я устал. Все мы побиты. Да. Вон Федя сидит, он говорит, что Леша играет. Федя, расскажи что-нибудь. Ну, спот скучный. Страшно стало. Пиздец, самому страшно. Я думал, тебя убью сейчас нахуй. Минус нога у человека. Итак, дорогие друзья, в общем-то, мы очень сильно все устали, покатались, у нас сегодня был день фейлов, Марк разбил телефон, я коленку упал, он упал в инстаклипе, можете посмотреть, если выйдет уже инстаклип или нет, но все равно подпишись, чтобы не пропустить инстаклип, как он упал на жопу. Федя, вообще длинноволосый, Стас. Я прикол, Стас, волосатый. Почему ты решил спрятаться? Да. Стас, что ты спрятался? А я играю в прятки. Я тебя нашел. Ну, короче, хочу сказать всем спасибо, кто посмотрел этот ролик. Поставь лайк, комментарий, колокольчик, пожалуйста, напиши хоть комментарий. Кто не поставит лайк, я того возьму и двойку поставлю, понятно? У меня бабушка учитель. Ну, смотрите, моего интересный друга. Момент. На данный момент сейчас 2 июня, не знаю, когда выйдет этот ролик, но напишите в комментарии, какое сегодня число, чтобы какого числа вы смотрели этот ролик, чтобы было интересно, типа, мы говорим в будущее. Что ты хочешь сказать в будущее самому себе? Привет. Надеюсь, в будущем у меня уже есть Тесла. Я люблю пельмени. Хочу
чтобы у меня было 600 подписчиков в Инстаграме. А ты, Марк, что, телефон новый хочешь? Хочу новый телефон и 1000 подписчиков. Там хочу сказать спасибо. С вами был Михей, Федя, Петя, Стас, Марк. Всем удачи, всем пока-пока.